Всем привет! Многие аквариумисты постоянно спорят над тем, как часто менять воду в аквариуме и надо ли ее менять вообще. Из этого спора ясно только одно, что частая смена воды может стать причиной заболеваний и гибели рыб. Жизнь в аквариуме по степени становления в нем биологического баланса можно разделить на 4 стадии: новый аквариум, молодой аквариум, зрелый аквариум и старый аквариум. И на каждой из этих стадий необходимо по-разному подходить к замене воды в аквариуме. Новый аквариум. Как только в аквариум посажены растения и запущены рыбы, аквариумист должен поддерживать в нем устойчивый режим и биологическое равновесие на протяжении многих лет. В аквариуме надо следить не столько за состоянием растений и рыб, сколько за состоянием всей водной среды обитания. И главная задача – поддержание здорового состояния не отдельных ее представителей, а именно всей водной среды. И если водная среда будет здоровой, то и обитателям в ней будет хорошо. В новом аквариуме, как только запущены первые рыбы, водная среда еще крайне неустойчива, и поэтому вмешиваться в нее не стоит. В связи с этим, в течение первых 2 месяцев менять воду в аквариуме нельзя. Если в большом аквариуме подмена воды только затормозит все процессы становления, то в маленьком это может вызвать катастрофу. Молодой аквариум. Через 2 месяца водная среда обитания в аквариуме немного сбалансируется, но будет еще достаточно молода. В этот период до полного становления водной среды необходимо начать подменивать 20% объема воды 1 раз в 2 недели. А еще будет лучше, если вы будете это делать раз в неделю по 10% объема аквариума. Во время слива воды используйте сифон для сбора мусора с грунта, а также почистите стекла. Зрелый аквариум. Через 1,5 года водная среда обитания достигает зрелости. Теперь уже достаточно сложно испортить в аквариуме достигнутое биологическое равновесие. В этот период продолжаем менять воду в аквариуме. 20% объема воды 1 раз в неделю. Старый аквариум. Через 1 год водная среда обитания начнет стареть. Необходимо начать менять воду в аквариуме не более 25% объема воды 1 раз в неделю. При этом надо тщательно очищать грунт от мусора. Таким образом, мы омолодим водную среду обитания. Таким образом, вы предотвратите деградацию водной среды без глобальной чистки аквариума в течение многих лет. Полная замена воды полностью погубит среду обитания, и вам придется начать запуск аквариума сначала. По этой причине менять воду в аквариуме полностью можно только в исключительных случаях: бурном цветении воды, непрекращающемся помутнении аквариума, появлении грибковой слизи или при занесении опасных микроорганизмов. Всем спасибо за просмотр!